Всем доброе утро. Идем по городу Млава. Ходили в пункт для беженцев. Смотрели гуманитарную помощь. Но там ничего вообще практически нету. Одна минеральная вода и детские вещи для новорожденных. Так что теперь идем домой. Это вот медикал парк, где для украинцев можно отремонтировать бесплатно зубы, то есть поставить пломбы и чистка зубов. Все остальное делается за деньги. Это парк Млавы, где люди отдыхают, и также Юск, где делают укрпеселя. Вот, это утренняя Млава такая, посмотрите. Вот видите, машины. Это идет мой младший сын. Это коллежанка по хостелу. Вот. Вот такие дела. Немножко попозже выложу еще видео, расскажу коротко еще о своей любимой невестке, о внучечке и о муже. Пока на этом все. Распаковочка с магазина Carrefour. Макарончики 150 грамм, рубль 99. Зашли в мясное отдело, купили горок. Это куски мяса 50 на 50 и сало. Также купили, хочу сварить холодное, вот таких два хвостика. Видите, какие хорошие мясные прям. И две вот таких ножки. А, кстати, это 3 злотых, а ножка каждая свинячая по злотому 50 грошек. Видите, какие хорошие ножки, чистенькие. Также купили мыло Луксия, рубль, 2,14. Йогурт 3,28, большая банка такая, персиковый. И окрайки. Окрайки — это кусочки непроданного там мяса, буженины, свинины, каких-то копченостей. Их упаковывают в такую вакуумную упаковку и продают намного дешевле. Вот мы купили 2 таких пакетика. Также я купила сырок ванильный по рубль, по одному злотому, извините, и 49 грошей. И шоколадный йогурт такой, микс, тоже по одному злотому 49 грошей. И купили мы яблок на 2 злотых 76 копеек по одному злотому 97. Все, дальше продолжение будет немножко попозже. Вот, ходила дальше я сегодня еще в магазин в китайский, купила вот таких 2 органайзера для пищевых продуктов. Вот. Стоит он 3 злотых. И также купила, вот посмотрите, вот такой оригинальный, видите, ковшик на 1,2 литра. Вот с вот такой ручкой за 12 злотых. Смотрите, вот это я засолила вот такое сало. Вот. Думаю, что оно будет очень вкусное, сочное, с чесночком, с перчиком, с солью. 2 дня оно у меня будет лежать вот так вот в целлофановом пакете. Вот, видите, ложу его вот так вот на окно. Вот, 2 дня оно будет у меня лежать так. Затем достаю из пакета, обмываю и ложу в холодильник. Мясо сочное, видите, с прожилочками сальца. Как будет на вкус, все вам расскажу. Пока я разделываю ножку, расскажу немножко о своей семье еще. Да? Я вам говорила, у меня 3 сына. И у среднего сына невестка моя, любимая, Дашенька. А также у меня есть внучечка, которая 1,5 годика, Варечка. Сейчас в данный момент они находятся в Киеве. Так как я говорила, что у нас в нашей области идут боевые действия, мы все выехали со своей родной Донецкой области. Со мной в Польше также находится мой муж Игорь. Мы с ним вместе работаем на складе «Золанда». Это склад интернет-магазина. Работаем по 8 часов по умове праці, не умова злицения, а умова праці. Работаем, хочу сказать, тяжелая, 2 выходных в неделю. 2 смены по 8 часов.
Вот, кратко я Значит, рассказала. приготовила я холодное. Вот, оно сейчас остывает, наваристое, я думаю, будет. Остынет, когда разолью. Завтра покажу, что из этого получилось. Делала из курицы, из хвостика, как я говорила вам, из мяса печерички и свининки.